Все мы видим сны. И когда мы спим, нам кажется, будто сны принадлежат нам и только нам. Но что, если это не так? Что, если другой человек выйдет из своего сна и войдет в ваш? Одна связь! Представьте себе прямую связь. Коры одного мозга с корой другого. Чистый обмен данными. Как тебя зовут? Помоги мне, и я помогу тебе найти сына. Три незнакомца, вникнув в сон другого человека, можно подчинить его своей воле. Фирма что-то скрывает. Уже сейчас идет война. Борьба за контроль над сновидениями. Падающая вода. А управляя сновидениями, можно управлять всем миром.